Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости нашего канала. Приветствую вас в нашем хозяйстве в Ильинском районе Пермского края. Вот такие вот у нас уже поросятки. Венгерская мангалица. Возраст 6 месяцев черненьким. Маленьким 5 месяцев. Здесь все мальчики у нас сидят. И отдельно отсадили девочек. Там забыл. Тоже 5 штук у нас. Вот, хочу показать, как стоят дела на нашем хозяйстве на 11 октября 2017 года. Это у нас собака. Забрали у деревенских. Была такая худая, что не можно было белье стирать. Сейчас вроде немножко отъелась, все, ребра уже не видно. Надо только расчесать ее. Линяет. А вот наш будущий птичник. Закрыли с этой стороны фронтоны. Пока решили запускать только половину, чтобы быстрее запустить и уже животных перевести сюда. Здесь у нас уже сделан пол. Теплый. Снизу обшито железом. Потом лежит опил. На опил доски. Ну и сверху будем ложить какой-то линолеум, чтобы вода не подтекала. И ничего у нас не сырело, не прело. Вот половина здания уже сделана. Потолок тоже сделан на половину здания. Вот. Но еще нужно будет сверху накидывать опил. У нас это все дело смотрится вот так вот. Сейчас вам покажу. Залезу, если будет видно. Вот так вот. Плохо видно. Ну, в общем, надо еще доделывать. Зашивать, потом пароизоляцию ложить и закидывать опилом, чтобы у нас был теплый потолок. И потом уже потихонечку будем доделывать оставшуюся половину. Здесь сделаем из минеральной ваты стену теплую. Животных пока заселим сюда. И потихонечку будем оставшуюся половину доделывать. Вот такие вот у нас дела на нашем хозяйстве. Собака вообще прямо не может, ей лишь бы кого-нибудь съесть, еще привычка у нее осталась, когда она была голодная, на цепи ходила. И вот постоянно так круги наматывает, туда-сюда, туда-сюда. Уже и откормили, уже и поросят даже закрыли профнастилом, чтобы ей не видно их было. И все равно она как голодная, как будто ходит туда-сюда. Вот сейчас покажу наших девочек, венгерскую мангалицу. 5 свиноматочек будущих. Им пока по 5 месяцев. Копаются грязюки тут. На день мы их выпускаем гулять. Сначала девочек до обеда. У нас здесь бегают. После обеда мальчиков. Ну, в общем, дела у нас так обстоят. До новых встреч. Пока. Подписывайтесь на наш канал.